Всем привет, привет, ребятушечки! А меня зовут Устин. А меня зовут Богдан. И вы на канале Устин ТВ. Ну, ребята, мы сейчас вам покажем, как Бонстик Мио поменяет свой цвет в горячей воде и как наш дружелюбный Фера будет... Дружелюбная. Дружелюбная Фера будет, как сказать, друзей цеплять. Да. И держать всех за лапки свои. Так. Первый друг готов. Второго друга нацепим. Чик. Чирик. Два друга уже за руки держатся. Потом Мисти сейчас мы нацепим. Кстати, про какие бунтики говорили, что он исполняет желания? Наверное, которые лайки, да? Потому что они он там может подарки принести. Да. Кстати, выиграть. Розыгрыш, ну, закончится 21 апреля. Ну, это когда уже, наверное, закончатся эти... Нет, 23 сами бонстики. А, да? Так, так, 5 уже друзей. И давай Коди нацепим. Ну, да. Так, опа. Вот у нас Ферра держит своими шестерьмя лапками шестерых друзей бонстиков. Прикольно это, да? А потом можно, кстати, да, давай с того стиха прицепить потом к этому бонстику опять Феру. И к нему потом еще тоже лапок. И будет целый такой спрут. Такая вот сетка. Так, набрали горячую кружку воды и пихаем теперь нашего Феру туда. Ой, Феру, Мио. Говорился. И посмотрим, увидеть, как он меняет. Она меняет свой цвет, становится желтенькая, как цыпленок. Пальцы мои. Вот, смотрите. Цвет постельно-зеленый. Какой? Постельно-зеленый. А что зеленый? Желтый. Нет, это постельно-зеленый. Постельно-зеленый. Или желтый. И потом, видите, когда температура уже становится нормальной, комнатной, он опять становится у нас оранжевым. Вот такой вот очередной меняющий суть цвет у нас бонстик. О, все. И на этом наше видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал Устин ТВ, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока!